Трудовой договор можно заключать с молодыми людьми, достигшими 16-летнего возраста. Вместе с тем, лица, получающие или уже получившие общее образование, могут привлекаться для выполнения легкого, безвредного для здоровья труда с 15, а при наличии согласия одного из родителей – с 14 лет. Кроме того, лица в возрасте до 14 лет могут заключать трудовые договоры в качестве работника в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, если такая работа, опять-таки, не причиняет ущерба их здоровью, нравственному развитию, с письменного согласия родителей и органы опеки и попечительства. Следует учесть родителям, что при заключении трудового договора с несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, трудовой договор подписывается его родителями. До приема на работу несовершеннолетний должен пройти обязательный медосмотр. В трудовой договор с ним нельзя включать условия об испытательном сроке и полной материальной ответственности. Не допускается и привлечение подростков к работе в выходные и праздничные дни, ночное и сверхурочное время. Также законодательство предусматривает для несовершеннолетних сокращенное время рабочего дня. До 16 лет это 24 часа в неделю, с 16 до 18 лет – 35 часов. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается только с согласия Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Родитель ребенка может требовать расторжения трудового договора с обучающимся, недостигшим возраста 15 лет, если такая работа оказывает негативное воздействие на здоровье ребенка. Расторжение трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя возможно лишь в случае ликвидации предприятия или прекращения его деятельности. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».